вот с этого города началась моя новая жизнь. В плане того, что именно тут я решил бросить курить. Вот. Как это произошло, я попробую рассказать, ну, в этом видео. Вот. Ну, может быть, если кто-то захочет бросить курить, ну, начните с этого города. Вот иду я на вершину горы. Уже как 2 часа. Вон, судя по склону, можно понять, как это высоко. Слава богу, что нет ступенек. Я это просто к тому, что, может, пора завязывать с этими заброшками. А то лазишь тут, блин, а тебя толком-то и не смотрят. Типа, да нахрен это надо. Вот, лучше посмотреть мясо. Фу. Ну или возможно, что пришло время бросить курить. Потому что что-то не хватает сил. Ни на то, ни на это. О, просто жесть. Вот по этим ступенькам можно судить, как высоко я иду. И вот стена. Причем, не знаю, видно вам или не видно, но вот там внизу огни горят. Это внизу там остается город. А мы идем на самый верх. То есть примерно на 1000 метров вверх. Машины едут. А мы идем. Я бы даже назвал этот поход «Идем бросать курить». И присоединяйтесь к нам, к некурящей компании. Буду только рад услышать, что и ты тоже бросил курить. Молодец. Ребят, видите стену по левую руку? Во, вот эту. Видите, она шаг за шагом поднимается все вверх, вверх и вверх. Так вот, я уже, наверное, минут 30 иду, и мне еще час примерно идти вверх. Я это просто к тому, что примерно месяц назад я бросил курить. Осознательно. И причем решение я принял прямо на этой дороге. Потому что я на самом деле думал, что сдохну, пока поднимусь. Вот мне примерно еще час ползти вверх. Вот. Впереди меня ждет вот такая вот дорога с подъемом. Да, там кто-то в комментариях писал, что типа одышка, пыхтишь как паровоз. Блин, я все это прекрасно понимаю. Просто очень тяжело бросить курить. О, я сделал этот шаг. Бросил.
Теперь продержаться. Изо дня в день я как бы себя торможу и говорю, что стоп, хорош, хватит, накурились. Следующим шагом будет снижение веса. Потому что я, сука, толстый, надо худеть. Итак, я продолжу свой путь на этот Эверест. Тут немножко видно эти... Вся палитра осени. На следующей неделе уже будет сентябрь. И это как раз ровно 11 месяцев, как я бросил курить. И что я могу сказать, что спать я лучше стал, обоняние стало более чувствительным, потому что на тот момент, когда я курил, как-то для меня все было обычное и обыденное. А сейчас начал я чувствовать запахи, какие-то вкусовые качества стали более такие. Ну, раньше я не чувствовал. Я не чувствовал, что молоко такое вкусное. Ну, молоко и молоко. А то, что оно имеет какие-то там нотки такие своеобразные. Теперь я это чувствую. Также я чувствую, как пахнет хлеб, как он на вкус совсем другой стал. Вообще пища стала другая. Вот. И вообще я не жалею, что я бросил курить. Я это к тому, что попробуйте сами бросить и почувствуйте разницу. Просто 40 лет курева. Я сожалею, что начал курить. Ну, рассказывай. Как сама? Керосином, да, заправляется корабли? Да, солёркой с керосином. Чё ты, как дела? Я так себя хорошо. Куда мы сейчас пойдём-то? До Сингапура? Нет. Заходим в порты Сомали. Надо же загрузиться товаром. Да. Вот эти курочками Бангладеш. Положи, пожалуйста, на место, где ты взяла. Это куски завода остались. Еще не разрушенные. Отделались. Да.